инструмент по созданию факт-карт. Вы берете нечто в реальности. В реальности есть гипотеза вот, о существовании некого будущего. Да? Вы видите разные совершенно семейства и блоки информации. И если вы способны их, как бы сказать, интегрировать, ну, то есть вообще просто расположить, они все неизбежно начинают между с вами взаимодействовать. И теперь, когда у вас встает какой-то вопрос, вам говорят, вот есть, например, такая технология. Вы думаете про эту технологию вот в этой тяжести. Потому что меня вот просят проконсультировать, говорят, вот там вот мы собираемся делать то-то, то-то и то-то. Ну, конечно, можно взять нарратив и сказать, вы очень в тренде. Но там еще есть куча других вопросов.